Закадровый голос. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Дорогие друзья, хочу сказать вам, что сегодня самый знаменательный и выдающийся день в истории. Этот праздник, на мой взгляд, должна отмечать вся наша страна, потому что сегодня особенный день, день рождения замечательного, выдающегося человека. Об этом человеке я знаю практически все, и я горжусь им. Его не стыдно поставить в пример. Надеюсь, что он платит налоги. Я обращаюсь к Серафиму Матрасовичу. Как только услышал фамилию Пупкин, я сразу решил поздравить его первым, лично. Не думаю, что кто-то взял и осмелился поздравить раньше меня. Не буду об этом. Я хочу выразить свою благодарность и, конечно же, безусловно, признательность Серафиму Матрасовичу за огромный вклад в развитие важного направления экономики нашей страны в сфере рогов и копыт. Для тех, кто этого не знает, повторяю еще раз, производство рогов и копыт является самой эффективной, самой стратегической фишкой в нашей стране. И ключевой фигурой этого направления является, безусловно, Пупкин. С этим человеком я не раз ходил в разведку. Надежный. Не знаю, ни разу в разведке он меня не подвел. Ни разу меня не подвел, потому что не знал, куда нужно меня подводить. Дорогой Серафим Матрасович, конечно, я поздравляю вас первым, иначе и быть не может. Если у вас есть какие-то проблемы, всегда обращайтесь. Разумеется, я всегда помогу, чем смогу. Просите, и дано будет вам. Но, конечно же, очень надеюсь, что у вас все есть. Желаю вам счастья, здоровья. Конечно же, успехов в труде, если вы не тунеядец. С днем рождения и удачи вам! Специально по такому случаю я заказал праздничный салют. Разумеется, за ваш счет. Это необыкновенно красиво. На это стоит посмотреть. О деньгах можете даже не беспокоиться. За ними придут завтра. А сегодня наслаждайтесь салютом.